Невыносимые условия. Жителям улицы Тургенева в весенне-летний период второй год подряд приходится набирать воду по ночам. Днем напор из крана оставляет желать лучшего. Причину слабого давления водопровода никто не знает. Жизнь людей в этом районе превращается в выживание. Это на полную, да, вы выкрутили? На полную выкрутила, да. Такая ситуация в Старом Кировске длится уже второй год. Жители улицы Тургенева набирают воду только по ночам. В остальное время суток напор из крана очень слабый. Анжелика Коваленко проживает в этом районе уже 47 лет. Положение, в котором сейчас находится вся ее семья, говорит женщина, ужасное. Нам пришлось открыть подпол, из подпола насосом качать воду, чтобы поливать огороды. Приходится вот такой вот струйкой вот ведра набирать. Вот ведро набрали. Вот в полторашках вот у нас вода стоит. В чем причина такого слабого напора воды, никто из жителей не знает. Но все уверены, дело не в трубах. Несколько лет назад жители улицы Тургенева за свои деньги проложили пластиковый водопровод. Трубы мы проложили, полиэтиленовые. Они не должны, как говорится, порваться. Вот. И вдруг, получается, звонив на соседнюю улицу, у них есть напор. Почему нет у нас напора, мы никак не можем понять. Говорили, что с ремонтом колонки связано. Но колонку на переулке уже отремонтировали, поставили, а у нас так и есть проблема. Звонили. В администрацию звонили, водоканал звонила. Авария, ждите, авария, ждите. Делается. А что делается? Вот с субботы, пришла с работы в субботу, как не было, вот так до сих пор нет воды. Без воды жизнь невыносима, говорит Акбота Аргенова. Элементарная гигиена в таких условиях превратилась в мечту. Женщине приходится ездить по родственникам, чтобы искупать детей и постирать вещи. Никак не моем, не стираемся. Собираем кучу вещей и везем куда-то на квартиру стирать. Кому-нибудь, нету кому-нибудь. Город-миллионник платит огромное количество средств в казну. Что мы в итоге получаем взамен? Отсутствие элементарных норм ЖКХ. На сегодняшний день, в период пандемии, это особенно страшно, когда врачи рекомендуют минимум 10 раз в день мыть руки. Для нас эта ситуация непонятна и не ясна. Мы просим власти обратить внимание на Старый Кировск и конкретно на эту улицу. Омские коммунисты уверены, в таких условиях люди жить не должны. Народные избранники считают, что в подобной ситуации может оказаться каждый. И пока власть не будет под контролем народа, стабильности и уверенности в завтрашнем дне не будет. Юлия Сисаренко, Александр Филиппов, Обком ТВ.